Так, что это? Полицейский участок или мой дом? Что это? Где я? Какого хрена? А. А если наверх поднимусь? А, нельзя. Норм. Еще одно убийство? Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца, Пардо. Тот же почерк, что с парнем, найденным на прошлой неделе. Послание и прочее. Я не виновен, меня заставили. Да, конечно, первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да? У меня мороз по коже. Однако журналисты звонят от радости. Зуб даю. Чёртовы стервятники. В городе столько убийств происходит. Сомневаюсь, что они даже заметят. Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все уж слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе поневоле станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Ну что, есть какие-нибудь улики? Да, в общем, нет, ему перерезали горло, оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего. Я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Я отправлюсь в участок и начну оформлять бумаги. Отлично, приятного вечера, сэр. Ну, это мы посмотрим. Тут, наверное, все-таки он пойдет сейчас парочку десятков трупов положит на пол, да? Скорее всего. А то как-то, так знаете, не очень... Блин, почему C+? Ну, потому что я пытался пройти на ачивку. Естественно, если бы без ачивки проходил, я бы, естественно, прошел бы с первого раза просто как бог с оружием-то. Фак, я заблудился, куда мне идти? Так, сюда, потом налево. Так, против часовой... против часовой стрелки. Против часовой, все хорошо. Вот, нормально, я заблудился малость. Так, куда мне пойти? Можно в эту машину сесть? Фак, нельзя угнать полицейскую тачку. Какого хера? Стоп. Перемотка. April 25, 1989, моя Флорида. Сколько-то там, столько-то там. Что здесь? Добрый день, это Эрик из компании «Авторемонт Майами». Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, это кто? Дай мне поговорить с твоим начальником. Заскочи на 12-ю авеню и забери... Эй, я тут разговариваю! Мы гарантируем вам лучший сервис в городе. Не смей вешать трубку, черт тебя дери! Это что за неуважение? Ладно, что мне тут делать? Пицца? Пицца? Пиццу не дадут? Ладно. Что у него вот здесь вот на животе висит, на поясе? Так, ничего? Ничего. Здесь ничего? Ничего. Ладно, погнали отсюда. Заскочим на 12-ю авеню. Он тоже будет рвать всех клочья? Третья сцена. Тяжелые новости? Или тяжкие новости? Летальные броски. Так, что делаем? Что делаем сейчас? А, здесь никого нету? Куда идем тогда? Куда мы идем с пятачком? Он тут пятачок почти. Потом окажется, что это сраные фанаты того кретина, который был, ну, жакета, в смысле. Ладно. Это тоже можно. Это, я полагаю, все-таки окна, поэтому не стоит их трогать. Сейчас этот козел тут пройдет, я его охерячу. Привет. Два выстрела. Ну ладно. Какое оно недальнобойное, капец. Окей. Как вас много? Очень много. Так, надо с тобой что-то сделать. Не самое лучшее орудие в мире у тебя. Спасибо, что пришел сам. О май гад, я тебя перехватил, что ли? Ты серьезно? Хера ты нубас? Ладно. Так, выходим по одному только! Есть еще кто? Вот, ты козел остался. Так, кто еще?
Кто еще? Кто еще? Кто еще? Еще кто? Какой скотине жить надоело? Улезай! Я тебя приходую по самые помидоры! Уууу! Suck my balls! Кто еще тут есть? Кто? Кому нахер вставить гильзу в рот? А? На! Сосать! Все, ребята, я просто дебил. Забейте, простите. Надо понять и простить. Так, что у нас здесь лучше взять-то? Это мое, это твое. 5 патронов в дробовике, это намного круче, чем твое все остальное говно вместе взято. Куда идти-то? Я что-то не увидел прохода. Йоу? А я... А, лифт, это был лифт. Серьезно? А, да. У меня же просто какие-то летальные. Че это я? О, фак. Как вам такое, а, дети мои? Children's of fuckers! А, фак! Дерьмо! Куда ты пошел-то? Не-не, стой! Ах, не успел задеть. Ааа, вот это, конечно. Чё, выбежит, Тони? Выбежит? Нет, всосали, да? Ложки? Так. Ааа, я не убил просто этого. До свидания. Чё подбегает, зачем? Охереть, он сообразил, конечно. Вау! Кто еще есть? Снова не смог увернуться. Иди сюда. Иди ко мне. Молодец. Ха-ха. Ха-ха. Есть еще кто? Как вас так много! О, фак, не то! А чё, никто не услышал? Серьезно? Демоны проклятые! Так, иди сюда! Иди ко мне! Чё ты застрял в двери-то, мать твою? Промазал! Фейл! Иди сюда! Ну как так? Так, ладно. Кто? Не может быть такого, ну ладно. Чтоб я зафейлился, я имел в виду. Подходи, дорогой! Гостем будешь! Нет, ладно, не будешь. Ах, я вообще думал, что этот кусик, кстати, не пробивается изначально. Спасибо за пушку. Чё, все, никого, да? Привет! Че, все, да? Ладушки? Уууу! Привет! Нет! Как я промазал? Как? Просто им... What? Ладно. Impossible! Выбегай! Выбегай! Кто еще? У кого кишка не тонка? Привет! Что? Их было трое? Они слились воедино, как... пижушки из The Walking Dead. Не! Я быстрее! Выше, сильнее! Suck my balls! Ах, ты отстой. Вау! Вот это было нечестно, вообще капец. Не знаю, что он тормозил так.
Но капец, парни затупил. Так. Нет. Точно, что меня просто охерительное. Не то! Ты не то выбросил, дебил! What? Я убил? Убил. Так, есть еще кто? Вот же сакс. Трое осталось, надо просто выйти и заспреить. Спрей, спрей! Уу! Фак! Сколько я здесь положил, а? На. О боже мой! Че будешь, нет? Привет. Кто здесь? Наверное, зря его убил. Ну ладно, прости, бро. Сори. Я пошел, короче. Это оружие не мое, простите. Русская, русская мафия получила по заслугам русская. Русская мафия. Найс. Надо, наверное, больше комбо делать. Залетать и сделать как... О, я даже не набрал. 53 тысячи. Фак. Что-то совсем все плохо. Маска разблокирована. Окей, Ирвин, спасибо. Что-то я все хуже и хуже справляюсь. Здравствуйте, добро пожаловать. Чем могу помочь? Это же чувак из игромании, который главный директор. Хочу сделать татуировку. Хорошо, что-то определенное? Хочу флаг конфедератов прямо здесь, на плече. Ладно, дай глянуть. Хорошо, подходи в следующую пятницу в 2 часа, окей? Пятницу? То есть как? Ты не можешь сделать сейчас? Мне нужно сегодня. Сегодня особенный день. У меня праздник. Извини, босс, не могу тебе помочь. У нас все расписано на несколько дней. Да ну, что за сервис у тебя тут такой? Только что потерял клиента, свинья русская. Как скажешь, босс. Ну все, обидели паренька. Это что такое? Я хотел бы представить следующего гостя нашего шоу. Прославившийся участием таких блокбастеров, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев». Приветствуем, Мартин Браун! Привет, Мартин, как ты? Хорошо. Твой последний фильм в чем-то стал для тебя шагом в новом направлении. Многие этим удивлены, кое-кто даже обвиняет тебя в продажности. Что ты можешь ответить на это? Продажности? Что вы имеете в виду? Я же Хагрид. Но люди говорят, что полуночное животное — это просто еще один слэшер. Я не соглашусь. Я хотел сделать это очень давно. Убивать детей, душить их, ломать людям черепа. Вырывать им глаза. Слушать, как они кричат, смотреть, как они умирают в агонии. Я наконец-то могу делать это. Хорошо. Не смотри на меня так. Что? Я понял. Это сон, верно? Что вы имеете в виду? Это все это просто сон, правда? Я не понимаю. Ладно, пауза. Ты думаешь, что это сон? Ну тогда может быть время проснуться? Кто ты? Кто я? Я не тот, у кого берут интервью, верно? Думаю, это я должен задавать вопросы. Это кино, которое ты снимаешь. Ты знаешь его концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Вообще-то, думаю, он никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока еще не слишком поздно? Я так не думаю. Тебе действительно нравится причинять людям боль, не так ли? Это просто фильм. Просто фильм? Это лишь одна из точек зрения.
Чё? Что-то произошло? Он уже в маске клоуна. Не пойду. Почему у него какая-то херня в ванной? Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка донесла на тебя. Лучше иди с ними добровольно, они ведут тебя к ней. Это то, чего ты хочешь, верно? Стойте, сэр! Мы пришли арестовать! Вы должны пойти с нами! Мы отведем вас в участок! Вы понимаете, о чем я говорю? Четвертая сцена. Последний... Final Cut, последний монтаж. Мы знаем, что ты творил. Тебя ждет электрический стул. Девушка сейчас наверху и дает полные показания. Скоро они спустятся сюда за тобой. А пока ты побудешь со мной. Я бы спросил, зачем ты это делал, но... Ты ведь и сам не знаешь, или нет? Взгляни на себя. Ты безумен. Совсем больной, тебе крышу снесло. Верно? Кто же станет в маске свиньи убивать детей? Это... Телефон. Тебе стоит ответить. Я повторю, нет никакого телефона. Я не вижу телефона, и я не слышу его, ясно? Это просто фрагмент твоего воображения, слышишь меня? Ты сумасшедший. Маньяк. И очень скоро ты заплачешь за свои преступления. Телефон. Ты не ответишь? Нет смысла с тобой говорить, да? Ты знаешь, что нужно сделать. Он даже не смотрит, словно хочет, чтобы ты его убил. Привет. Поехали? Если этаж чистый, то почему бы нет? Можно тебя отпереть, нет? Let's go! Я надеюсь, тут... Охранники... Нет, они вооружены и опасны. What? Ладно. Будет... Фак, теперь здесь, с этой стороны. Holy shit, как их много. О май гад, там их было двое. Чёрт. Ладушки. Я приму это. Ай, не смог зайти внутрь. Но здесь они, по-моему, реагировать стали чуть медленнее, чем в первой части. Фак, я не мог сообразить, что я делаю. Так, заходим сюда. Забиваем. Заходим сюда. Так, что дальше? Ах! Сакс. To be me. Вау! Вот это он везунчик, капец был, вот этот вот это хер, который... Который я... Ах! Блин! Что ж такая невезуха-то? Я еще могу два выстрела вытерпеть, ладно. Я просто не сосредоточен, что-то было вот на вот этом чуваке. Ладно! Я приму это! Мне не важно, спасибо. Так, что еще? Мне нужен дробан лучше. Лучше дробан взять. А, идите сюда. Тоже неплохо. Так, куда? До свидания. Кто еще есть? Чуть не облажался сейчас. Мне нужно оружие. Нормально.
А, меня попали. Раз. Так, где еще один? Здесь только что тусил. С пацанами. Спасибо, что вы есть, ребята. Спасибо. Без вас мой день был бы намного неинтереснее. Это Чак Норрис. Сиди здесь и будешь в безопасности. Я посмотрю, что происходит. Не открывай дверь, пока я не вернусь, чтобы не случилось. What? Я случайно выстрелил вообще. Лол. Иди сюда. Нормал? What the fuck? Давайте, подходите. Да как так? О май гад! О май гад! Тут нету дробовика! Как? Не могу прицелиться нормально. Окей. А они опять вдвоем шли. Да бери дробовик, спасибо. О, боже мой. Да здесь я, здесь, куда ты пошел? О, боже мой. Так, где еще есть дробовик? Спасибо. Лол, ну ладно. Вообще нечестно так-то получилось. Да как так же? Фак. Вот, вот же жопа невезучая, а. Давай, 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 где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Кто еще остался? У-у-у! Пока! О, фак, ему надо было подходить и пить. Ах! Слишком. Слишком не скорострельный пистолет. Япона мать. О, охереть. Иди в жопу, спасибо. О-о-о-о! Вы это видели? Он его позвоночник вырвал. О-о-о-о! Вот это было брутально. Просто по-адски брутально. Фу. Так, кто еще есть? Ты? Ты? Слепые идиоты. Ты? Ты? На! Соснул, да? Мне нужно получить ключи. А у кого ключи получить? Так, а у кого получить ключи? Что-то я не понял, где ключи. На трупе? А, вот они. Но я не могу их взять. А, фак. Надо было левую кнопку мыши нажать, потому что они автоматом должны подбираться. Ну ладно. Ох ты, тварь. Я тебе не гребаная подружка, я сильная независимая. Нормально.
What? Снято! Переснимать не нужно! Это было прекрасно! Хорошая работа, ребятки! Восхитительная игра! Осталось снять лишь несколько сцен до начала монтажа. Идите перекусите чего-нибудь, пока мы меняем декорации. Но будьте здесь через полчаса, окей? Время – деньги. Ты слышал его, Мартин? Пора вставать! Мартин? Ой, господи. Мне бы еще базуку дали, я выстрелила. 71 тысяча, нихера себе надо было сколько набрать. А, ну я за счет комбо вышел, наверное. Вау. Ладно. Ну, норм, наверное. Сколько, какая оценка? Би! Сам ты би, понял? Fuck you!